like a Hellcat. Всем привет, с вами Фрид, и мне пришла посылочка с сайта aliexpress.com. Ждал ее достаточно долго, месяц. В принципе, пришла в срок, достаточно в срок. Вот сегодня, наконец-то, ребятки, буду распаковывать. У меня нет штатива, штатив-то у меня есть, но я не знаю где. А, стоп, вот он, вроде это он, да? О, походу, да. Тогда ладно, ребятки, сейчас я поставлю штатив и продолжим. Так вот, ребятки, значит, пришла мне долгожданная посылка с сайта aliexpress.com. В общем, не буду таить, это процессор, ребятки. Процессор для компа. Хочу апгрейдить свой комп. Сразу говорю, что процессор не мощный. Сейчас некоторые будут ржать. Там типа процессор говно. В общем, хотите делать... Короче, делайте, что хотите, но... В общем, я думаю, это подойдет, в принципе, ребятки. Да, для своей ценовой категории это очень хороший процессор, на самом-то деле. Правда, старый. Ну да ладно. Вот такой бокс. Да, прям целая коробочка. Блин, помятая, главное, только не испортилась бы. Вау, нифига себе, тут целая аж прям такая вот пленочка, что ли, пленочка прям. Итак, ну вот процессор. Intel Core 2 Duo E8400, ребята, да. Это E8400, сокет 775. В общем, здесь сейчас характеристики. Значит, 3... гигагерц, вот, короче, он, ну, в общем, достаточно, ребятки, достаточно шустренький должен быть для своих годов. В общем, ребят, сейчас будем устанавливать его в компьютер. И, кстати, да, продавец мне положил термопасту, ну, да ладно, в принципе, это не проблема, у меня есть термопаста. Сейчас все, ребятки, с вами поставим, в общем. Ребятки, впихнул я процессор, не знаю, каким хреном. Ну, короче, помучился. Я, короче, мне кажется, не запустится ни хера. Я очень сильно надеюсь, что все будет еще охлаждаться, потому что я не знаю, как-то мне кажется, термопаста вся стерла. Ой, короче, я его маму. Что-то у меня такое ощущение, ребятки, что ни хера ничего не запустится. Не знаю, ребятки. Если что, я буду, конечно, открывать диспут против этого продавца. Ну, кстати, ребятки, сокет 775. Мне не подходит, я не знаю, но мне он особо не подходил. Короче, не знаю. Сейчас с вами все посмотрим. Я не знаю, ребятки, уже ничего. Абсолютно. Итак, что ж, ребятки, давайте, ответственный момент. Вы готовы? Давайте. Ребятки, запускаем. Тишина. Все. Выключился. Короче, сейчас я, ребятки, буду смотреть. Я хер знает. Сейчас, стоп, ребятки, что-то есть. Подождите. Стоп. Он только что выключился, сейчас опять запускается. Стойте. Да ёб твою мать, нихера. Сука. Не, что-то есть, подождите.
Overclock fail, чё? Внимание, overclock fail. Короче, сейчас, ребятки, я буду погодить. Гениально, ребят, теперь винда запускается. Я ничего не делал, теперь все запускается. Какого хера? Только что ошибку выдал. Сейчас запускается. Ой, мать. Если так будет работать, ребят, ну мне это не нравится, если честно. Не знаю, почему так, но... Короче, ребят, сейчас, погодите, я камеру подниму для начала. Сейчас посмотрим, вообще определился ли что. Или нет. Короче, сейчас посмотрим, ребят, я не знаю. Я, если честно, я уже очень сильно расстроился. Очень сильно. Я сегодня и так день какой-то говёный. А еще сейчас, плюс ко всему, еще вот если сейчас не херашеньки, то, конечно, ребятки, это будет жесть. Тихо. Тихо. Что он трещит? Да ёб твою мать, что-то еще трещит там. Короче, надо смотреть, сейчас будет его заново разбирать. Смотрим. Главное, чтобы определился процессор. Компьютер. Давайте, свойства системы. Смотрим. Давай, не тупи. Ну. Да, короче, надо вообще смотреть заново. Это... Смотрите, Intel Celeron. Да по-прежнему. Горит Intel Celeron. Короче, все, ладно, ребят, сейчас я буду разбираться, при этом стоит там Intel Core 2 Duo. Все, ладно, ребята, сейчас я буду разбираться. Короче, ребятки, все у нас уже что-то запускается. Сейчас посмотрим процессор, BIOS определился, сейчас посмотрим. Итак, ребят, походу устанавливается новое устройство, это процессор. В общем, ребятки, ждем. Все, ребятки, система видит Intel Core 2 Duo. Смотрите, значит, тут. Вот. Intel Core 2 Duo. И тут тоже вот он. Все, ребятки, в общем, не знаю, тесты не будет, конечно, сегодня никаких тестов. Я сейчас сам хочу потестировать, я вообще не знаю, на самом деле, как я там закрепил. В общем, сейчас буду, сейчас доразбираюсь тут. В общем, ребятки, возможно, обзор будет на канале. Вот, короче, с вами был Фрид, всем удачи, всем пока, ссылка в описании на этот товар, если, конечно, он еще доступен. В общем, все, всем пока.